Добрый вечер. Вы смотрите передачу 24 кадра в секунду. Наш сегодняшний выпуск из Владивостока. В этом году городу исполнилось 135 лет. И раз уж мы оказались здесь в эти дни, то в нашей сегодняшней передаче вы увидите старую кинохронику, посвященную именно Владивостоку. Ну а свою необычную, интересную историю нам расскажет режиссер Владивостокской студии «Даль Телефильм» Олег Конищев. Мы надеемся, вам понравится наш сегодняшний выпуск. Смотрите. Вот эта экстремальная ситуация, она мобилизовала меня, я прошел через все преграды и убедился, что человек, если ему нужно, он добивается своего результата. Вот такая история. Ну, это просто смешная история. В одной из экспедиций мы летели всей съемочной группой в Ленинград на съемки. Вот. Ну, естественно, я как режиссер был одет во фраке, будем так говорить. Ну, в чистом, хорошем костюме, все это, так сказать, было на мне чистенькое. И вот в Иркутске. Иркутск, вы знаете, что это город, где вечно, так сказать, происходят какие-то задержки, то погоды, то еще нет бензина, еще чего-то. Вот, там нас, значит, посадили и сказали, что мы покинули самолет, поскольку неизвестно, когда он вылетит. Но самолет, как интересно, подогнали прямо к аэровокзалу. Вот. И я вместе со своими ребятами вышел, в здание я не пошел и стал гулять вдоль аэровокзала, так сказать, наблюдая периферийным зрением, чтобы самолет был у меня в поле, так сказать, моего видения. Ну, смотрю, долго это все тянется, стал более длинный делать проход. Ну и в один из этих длинных проходов я ушел вдаль, так сказать, вокзала, то есть вдаль, по периметру вокзала, и вот по мне объявили посадку, мои мальчики выскочили, меня не увидели, естественно, потому что я был на расстоянии, может быть, там 100 метров, они сели в самолет, и когда я, значит, повернулся от угла вокзала сделать следующий маршрут, смотрю, мой самолет уже отогнали трап, и он потихонечку, машину его оттягивает. В самолете документы, все, так сказать, бритвенные приборы, деньги, ну, в общем, все. Я только в своем костюмчике. Ужас меня обуял, естественно. Я сначала растерялся, потом в панике, значит, побежал на выход. Там стоит дежурная. Ну, в другой бы раз я бы с ней не стал бы ни спорить, ни объясняться бы. Просто она не пускает и все. Здесь настолько я был, так сказать, озабочен тем, чтобы попасть в самолет, я вырвался из объятия этой дежурной и побежал, значит, вслед за самолетом по полю. Он, значит, идет на машине, его тянут, а я, значит, бегу за ним. Дежурная за мной. Самолет уже, значит, развернули его, как бы, так сказать, на взлет. Ну, высоко сидит, значит, как в гнезде, там, воробушек сидит пилот. Я встал перед самолетом,
стал просто. И говорю, если меня не посадите, я с этого рейса, я вас не выпущу, так сказать, я буду здесь стоять. Ну, а там уже идут какие-то переговоры, значит, что уже ему нужно посадить на взлетный. Он меня материт оттуда, говорит, уйди с дорожки. Я говорю, я не уйду, я не имею права покинуть свою группу, я без денег, я не знаю, как здесь вообще останусь, без билета, без всего. Долго мы с ним, так сказать, общались там, он ругался, упрашивал. В конце концов, оттуда, значит, он посмотрел, увидел на поле стремянку, ну, та, которая обслуживает самолеты, там, заправочную. Вот, говорит, там стремянка, говорит, давай подтаскивай ее под самолет, мы тебя, значит, потащим через люк. Ну, в общем, потом уже мне рассказывали, когда я зашел в салон, мне рассказывали, что как люди, там смех стоял в салоне, все, значит, 125 или там 200 пассажиров, все были прилипли к окну, значит, наблюдали, как я там, значит, с этой стремянкой. Значит, я вытащил эту стремянку, подсунул ее под брюхо, причем там же, черт не знает, столько люков, какое, чего, значит, смотрю, из какого-то люка доносится мне, значит, давай сюда. Я сначала не понял, потому что вижу, что стойка шасси торчит, значит, уходит туда, внутрь. Но не поверил, что, значит, через нее что-то можно туда пробраться. В конце концов, значит, понял, что все-таки оттуда. Я поставил стремянку, значит, поднялся, смотрю, руки, значит, какие-то, значит, меня там вытягиваются. Ну давай, говорит, если достанешь, значит, мои руки, так, значит, будет дело, значит, поедешь с нами. В общем, короче говоря, там подпрыгнул, ухватился за руки. И они, значит, меня поднимают через это, так сказать, через этот люк, а эти все шасси, они в техническом масле. Все там, значит, в масле, какая-то чернота. В общем, они меня там вытащили. Когда я встал, весь мой светлый костюм был в потеках, в масле, весь был из... Ну, зашел я в этот салон, публика, значит, смеется. Я, откровенно говоря, был настолько рад, что я попал обратно в самолет, что мне не жалко уже было этого костюма, ничего. Я был счастлив, что я все-таки, понимаешь, со своей группой, я долечу до Ленинграда. Это был режиссер Олег Конищев, член Союза кинематографистов и лауреат очень многих кинофестивалей. Он 35 лет работает в кино и сделал около 80 документальных телефильмов. И сегодня он единственный режиссер, которого мы смогли найти на Владивостокской студии «Даль Телефильм». В одной единственной открытой монтажной он делает свой фильм о последних днях Великой Отечественной войны, а все остальные кабинеты закрыты, людей нет. Владивостокская студия «Даль Телефильм» практически остановилась. Но я все-таки надеюсь, что фильм режиссера Олега Конищева не станет последней работой этой студии. Дальше в нашей передаче вы увидите старую кинолетопись, старую кинохронику, посвященную именно Владивостоку, Приморью. Смотрите. Владивосток далеко, но ведь это город-то Нашинский. Эти ленинские слова, высеченные на юбилейной арке колонии у въезда в город, с особой глубиной и проникновенностью звучат сегодня, когда столице Советского Приморья исполнилось 100 лет. Мы ни у кого не отнимали земли, на которой стоит город. Мы открыли ее, населили и возродили к жизни. Мы защищали ее от врагов. Об этом хорошо могли бы рассказать старые партизаны Ольга Лазо, Моисей Губельман. И те, кто спят вечным сном в братских могилах гражданской войны. Зерно
ложилась благодатную почву, не пропало дело славных революционеров. Прекрасный посев, прекрасная жатва. Вот они, продолжатели бессмертного дела своих отцов и дедов, граждане сегодняшнего Владивостока. На митинге, посвященном столетию города, их приветствует товарищ Орлов, секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. Волею партии и народа неузнаваемо изменится к концу семилетки форпост страны на Тихом океане Владивосток. Одних только жилых домов будет построено здесь больше, чем за все время существования города. Культурнее, интереснее будут жить люди. Как же не радоваться, идя по праздничному городу? И даже непостоянство владивостокской погоды не может погасить приподнятого настроения. В этот день начался второй краевой фестиваль молодежи. На стадионе «Авангард» моряки-тихоокеанцы. Игра. Начеку наши воины, и плохо придется тому, кто посмеет посягнуть на самое дорогое, что есть у человека, мир. Юбилейная сессия городского совета депутатов трудящихся. Владивостокцев поздравили. Секретарь Петропавловск-Камчатского горкома партии товарищ Иванов. Секретарь Севастопольского горкома партии товарищ Стенковой. Председатель Хабаровского крайсполкома товарищ Дерюгин. Собравшихся тепло приветствуют пионеры. Тихоокеанцев выступил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Фокин. Член военного совета Дальневосточного военного округа генерал-лейтенант Шмелев пожелал трудящимся города успехов в труде, счастья в жизни. Это счастье надежно охраняют те, под чьими ногами палуба корабля. На чьих матросских воротниках синева и соль родного моря. На военно-морском параде присутствует прибывший на праздник из Москвы маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко. Жителям Владивостока строгое равнение судов, праздничный смотр боевых сил города Часового. А потом начался большой праздник на волнах Амурского залива. Далекий нашинский город. Будь юным и счастливым, как твоя молодежь.
тебя, как у этого маленького твоего гражданина, все впереди, Владивосток. На этом наша сегодняшняя передача из Владивостока закончилась. Мы прощаемся с вами. Надеемся, эта передача вам понравилась. До свидания.